Гуча. Фільм сумесний витворчості Сербії, Болгарії, Німеччини і Австрії. Його у 2006 році зняв режисер Душан Міліч. Гуча – гэта назов маленька сербська городка, у яким штогод відбувається самый великий на Балканах конкурс трубачов. Дзеянне апошняй часткі фільма адбываецца ў рэальным пейзажы фестывалю. Адным з прадусараў фільма выступіў знакаміты сербскі рэжысэр Эмір Кустурыца, а актор Марка Маркавіч, які выканаў ролю Ромео, гэта сын віртуоза трубача Бабана Маркавіча, імя і аркестр, якога шмат разоў узгадваецца ў фільме. Марка таксама з'яўляецца трубачом і кампазітарам, выступае ў складзе аркестра бацькі. Фільм Гуча, пранізаны музыкай балканскіх духавых аркестраў, стаў першым класічным мюзыклам у сербскай кінематаграфіі. У 2007 годзе аўтар музыкі да фільма Дэян Пэйвіч быў намінантам на ўзнагароду Еўрапейскай кінаакадэміі ў катэгорыі «Лепшы кампазітар году». Гостем киноклубу сегодня музычный критик, журналист, письменник Змитер Подберезский. Змитер, перед всем питание до вас, как специалиста. Как вам музыка в этом фильме? Вот я думаю, что музыка тут наибольш выигрышный пункт у всего фильма. Потому что обмерковый сюжет, я думаю, нема потребы, и он настолько сбитый. Операторская праца, актерская навод, я не робить такого уражения, как робить музыка. И она на меня заработала такое уражение, что, видите, господар Вячеслав, мне захотелось поехать на этот фестиваль. Калісьці ва ўсім свеце, у нашым рэгіёне Еўропы, в Беларусі, у тым ліку былі вельмі папулярныя духавыя аркестры. Ці могуць яны быць вось такая музыка запатрабаваная сёння ў той же Беларусі? Мне б вельмі хацелася. Я еще памятаю те годы, когда летом в Минску из всей республики собирались духовые оркестры и шли проспектом, потом разбредались по парках, и там играли. И это было отчувание такого нечего вельми файного. Сегодня я не думаю, что этой традиции можно отродить. Хоть бы с пункта глядения того, что все же таки музыка, дякуючи новым технологиям, и она переместилась в другие обшары. Ну, играть на трубе треба ж учиться. А сегодня трубу можно сыграть на компьютере. Але ж глядите, у гэтым невеличким сербским мястечку отбываются конкурсы духовой музыки. И кольки людей избирают. А в Беларуси все как бы засяроджывается столица, ну, еще один-два великих городки. Ну, я бы не сказал. Вот уже 2 года у Браславе отбывается рок-фестиваль. Отбываются фестивали такие, ну, сгадаем их хоть бы «Вольное поветро», якое, спадзяюся, все лето отбудется. Есть такие фестивали, которые не претендуют на масштабы там, славянского базару, скажем. Вот. Але яны значно больше змястовные по тем, что там показывается, по тем, что там гучит. Балканская музыка вельми специфичная, и, в принципе, она стала популярной, дякуючи композитору Бреговичу. Она специфичная, вельми национальная, але в той же час вельми легко воспринимается иншими народами и любит. Ну так. Чем тогда тут секрет? Тяжко так это одразу вытлумачить. Я думаю, что эта музыка, она просто надзвычай натуральная. Вот. И за кошт гэтага яна, хотел бы означить, яна робить уплыв и на творчесть музыкаў з іншых краін. У той же Крамбамбулі можно знайсці некалькі песен, якія зроблены явно под уплывом вот гэтай балканщины. Фильм зняты у жанры мюзикла. Что характерно ввогуле для гэтага жанру? Ну, мюзикл, это, конечно, своесобливое прочитание того, что мы называли оперетой, да, але с великим ухилом, конечно, наперш у самую музыку. Меня вот что удивило в этом фильме. Я не ведаю, ци это режиссер проморгал, ци не. Чисто профессийно. Главный герой – трубач. Батька молодой, так само трубач. Алеш, юный герой, ходит про весь час с флюгельгорном. А гучать это инструменты у фильме однольково.
Тим, у той час, як флюгельгорн, он больш мягкі по гучанню, не такі резкі, як труба. Ось гэта мене здзівіло, шчыра кажучы. А што ўвогуле характэрна для жанру мюзикла? Наколькі я разумею, гэта не просто нейкі концерт, концертны нумары, якія перабіваюцца простенькай гісторыі кахання, в дадзен выпадку белай славянкі і цёмнаскура цыгана. Перш за все, я подзначил там великую роль у постановочных моментов. Видать, что головное из них связано все-таки с постановкой массовых номеров. Мы тут в фильме «Гучень», ну, я не мог бы сказать, что это классичный некий мюзикл все-таки. Это кинематографичная версия. Але то, что мюзикл апошним часом набирает все большей популярности, у тым ліку и в Беларуси, и видать, что он перерастает в некий самостоятельный такой театрально-музычный жанр, мне так сдается. Потому что обороты весь час набираются. Что важнее тут, музычная драматургия, или драматургия традиционная, скажем? Нет, я думаю, что музычная, наперш. И это зависит от того, что, ну, какой якости материал музычный даст автор музыки, власно кажучи. Взять хоть бы классичную речь той же «Фантому оперы». Там есть головная тема, якая, по сутности, обыгрывается тягом всего показу. Але гэтая тема, вот гэтая песня, она одразу робит постановку познавальной, и мгненно. То, что я бачу в Менску, «Блакитная камелия», эти Дубровские, там, ну, по-моему, нема такой вот песни, якая еще, ну, скажем, у 30-х годы на Бродвее, когда это мюзиклы ставились, там, на музыку Кола Портера, там, інших, Ирвина Бермена и так далее, там у каждой постановцы был некий цвик, номер, який потом, с тягом часу, робился уже, ну, в джазовой музыке, робился стандартом, вечно зеленой темы и так далее. Так что я думаю, все ж таки тут упор на музыку. Ну, зрешты, мне так само так подается, потому что жар, якая передается, скажем, например, по ядинкам на трубах батьки этой девчины и головного героя. Он трошки натягнутый. Он натягнутый, але в нем все ж эта жарсть передается, как мне подается, навод больше, чем игра акторов. И, напевно, эта игра акторов тут и не такая уже важная. И видать, что не надо потребовать. А скажите, Змитер, ці можна вось по гэтым фільме, по гэтай музыцы, по такому выкананню увогуле меркаваць про балканскую музычную культуру? Ну, про народную, принамсі, я думаю, что можно. А калі брать усю музычную культуру, ну, музыка ж самая розная есть. Вот кого мы сегодня ведаем с балканских композиторов, которые, скажем, працуют в академичных жанрах? Для нас, по-моему, это загадка. Насколько важно сегодня возникновение вот таких фильмов, у которых раскрывается национальная культура? Насколько мы можем говорить про огульных неких тенденциях у музычной культуры, скажем, Европы, свету? Я думаю, что это важно, потому что это помогает разуметь менталитет певной нации и познакомиться все-таки с доробком, что там гучить, что там запотребовано, что цікавить. Я хотел бы сказать, что в свой же час с уделом песняров было нечто подобное. Коли памятаете фильм «Ясь и Янина», там он по сутности, коли подыходит, он по сутности та же самая форма. Такий нехитрый сюжетик, шмат музыки, ну и удел популярного коллектива. И тем не меньше, мне все же подается, что белорусы не створили некого такого национально отметного музычного фильма. В принципе, белорусы, как кажут, вельми спевная нация, с богатыми музычными традициями. Белорусские народные спевы сюжетные, драматичные, у них отчувается плач, стоган, певный настрой. Чому все ж у белорусском кинематографе сегодня не сдымают у тым ліку музычных? Это питание, видать, что да, кинематографистов самих, до Министерства культуры. Я думаю, что, коли была поставлена такая задача, нечто можно было придумать. Что ты хотелось задачи? Хотелось бы, ну, на энтузиазме сегодня, на «Беларусь» фильме, ну, что можно сделать?
Только подать заявку на полную тему. Але эти будет она затверджена, когда там начинают снимать фильмы там, про этих самых вратовальников, видать, они больше потребные. Хотя, я кажу, я бы с задовольнением познакомился с працами, навіть зроблены вот в этом керунку, керунку сучасного мюзикла. Что глядачам вы можете порадить при прогляде этого фильма? Адасобиться от сюжета, не звертать увагу на гульню актеров, а просто с головой кинуться в эту музыку. Вот это, я кажу, я еще раз повторю, вельми хотелось поехать в город, который называется Гуча, и самому переконаться, что это не придумано. Вот, видать, одна из вартостей этого фильма, что он не придуманный, он не надуманный. Ну, зрешты, а напошняя частка фильма практически снимается... Ну, это документальная, практично снимка. Да. Дякую, Дмитрий, за разговор, и я разом с вами хочу пропоновать глядачам окунуться у свет этой музыки и провести полторы годины с добрым, радостным настроем.